Килограмм сколько стоит? 200 тысяч. 280. 280 рублей килограмм стоит. Ну да, 10 тысяч. На 5 тысяч, 20 тысяч куда ты? Ну а что сделать? Вот сколько было, сколько выселяли каждый год, и что толку, как оно было, так и есть. Да, нелегальное, и плюс еще туши вечно валяются. Тут у нас по канавам все везде собаки таскают, дети играют с этими же головами. Они же неофициально нелегально здесь живут. И электричеством пользуются, и водой пользуются, они за что не платят. Мы-то платим. Ну как я расскажу, я сегодня с самого утра смотрела, стычки у них у самих. Ну, а если каменский человек вот на машине на своей и не выехать, короче, никак. Потому что вот тут они наставили машин, я уже ругалась, ходила тракторам ехать работать, сено собирать, они и никак. Люди отдыхают, празднуют. Работать нельзя, вот радуются. Я не знаю, вот, что делают азербайджанцы. Как все мусульмане, наверное, так же и мы. Вот это чьи постройки, можете рассказать? Это Умир. А вот где бараны находятся, это чьи? Это сегодня будет все. Окончено все. Парям, сегодня парям, все. Был у меня опыт с администрацией, и это бесполезно, поэтому я уже ничего не предпринимаю. А так я знаю, что люди писали, но это все результат налицо, так сказать. Поэтому ничего. Сжигают там, невозможно дышать вот наш воздух, а им по барабану, если честно.